Уважаемые коллеги, мы продолжаем заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Прежде всего, еще раз приветствую всех вас и всех участников этого заседания, представителей средств массовой информации. Только что мы завершили встречу в узком формате, которая прошла в откровенной и, я бы сказал, продуктивной атмосфере. Обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня, по региональным делам и по вопросам развития и укрепления сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. Дискуссия в очередной раз продемонстрировала, что наши страны придерживаются схожих подходов по большинству международных проблем, имеют много точек соприкосновения. Считаю важным, что в контексте координации наших позиций мы продолжаем транслировать мировому сообществу общность подходов по целому ряду актуальных тем, которые стоят на повестке дня. Одним из основных итогов нашей встречи в узком составе стало одобрение ряда проектов заявлений, о которых мы расскажем на пресс-конференции по завершении нынешнего заседания. И в рамках российского председательства в 2017 году мы руководствовались нашей концепцией, которая была всеми странами-участниками поддержана, и при тесном и конструктивном взаимодействии большинство вопросов, большинство задач, которые мы перед собой ставили, мы решили.